Премьер-министр Украины намерен зачистить чиновничьи ряды от алкоголиков и наркоманов. Такова реакция Николая Азарова на участившееся ДТП, виновниками которых были пьяные должностные лица. И глава правительства потребовал профилактическую работу в госорганах. Загальновідомо, что особи с алкогольной или наркотической зависимостью не могут перебывать на государственной службе. Цієї норми треба дотримуватись неухильно, без жодних виключень и без вагань. Возмущение Азарова разделил и замминистра здравоохранения Александр Толстанов. Однако тут же заметил, все чиновники при поступлении на службу предоставляют справки об отсутствии у них алкогольной и наркотической зависимости. А вот тестировать их каждое утро – это уже будет нарушение прав человека.